Kia Niro изначально создавался как чисто зеленая модель, гамма которой состоит только из гибридных и электрических машин. Рынок принял машину тепло, так что вместо вполне логичного рестайлинга корейцы решились на полноценную смену поколений. Сохранив формат компактного кроссовера, команда Карима Хабиба сделала модель более модной. Поэтому кузов имеет контрастные вставки, а форма ходовых огней, по замыслу авторов, должна вызывать ассоциации с кардиограммой. Сзади визитной карточкой модели станут широкая задняя стойка, выделенная цветом, и грандиозные бумеранги фонарей. Притом все формы и плоскости дизайнерам приходилось согласовывать со специалистами по аэродинамике. Новый интерьер отчасти напоминает салон электромобиля Kia EV6. Во всяком случае, обе модели родни двухспицевый руль, огромный тачскрин медиасистемы, фирменный пульт климатики и обширное применение экологичных материалов. Например, в отделке потолка использованы переработанные обои, а в обивке сидений — листья эвкалипта, а дверные панели окрашены пигментом на водной основе. В гамме появятся обычные и подзаряжаемые гибриды, плюс полностью электрическая версия. Первым оказался представлен базовый бензоэлектрический вариант, в основе которого лежит бензиновый атмосферник, работающий по экономичному циклу Аткинсона. Принципиальная схема такова. В шестиступенчатый преселективный робот встроен электромотор мощностью 44 силы. При старте можно полностью забыть про ДВС, но если посильнее прожать правую педаль, то атмосферник мгновенно оживет. Впрочем, в зеленых зонах, то есть близ парков, больниц и школ, система, ориентируясь по навигации, автоматически переходит на чистую электротягу, причем границы эко-зон можно назначать самостоятельно. Пиковая отдача установки 141 сила, как и у модели первого поколения. Очевидно, авторы гибрида посчитали такие параметры оптимальными. В родной Корее продажи новейшего Kia Niro стартуют буквально через несколько дней. Позже машины появятся на других рынках. А гамму, как было сказано, пополнят подзаряжаемый гибрид и аккумуляторная версия. Добавим, что под занавес прошлого года агентство JD Power опросило без малого 10 тысяч владельцев электричек и гибридов относительно удовлетворенности их машинами. И в массовом сегменте именно Kia Niro вызвал больше всего восторгов со стороны своих хозяев.